нет, не так надо начать. Надо сказать, сегодня 29 апреля, я под дождем, где-то в середине Испании, и мне исполнилось 38 лет. Короче, два этих дня вообще не хочется снимать. Вчера чуть не умерла. А сегодня такой дождь. Но последние дни я думаю, что сделаю такую миксовочку. Несколько дней вместе. Поэтому, короче говоря, я все-таки вот записываюсь. Тем более, сегодня мой день рождения. Сегодня мой 38-й день рождения. И я все-таки должна запечатлеть, чем же я занималась в этот день. А в этот день я шла по мокрой Галисии. С утра как зарядил дождь, так он не прекращается. И он, видимо, будет идти сегодня весь день и завтра. Мне по-прежнему хреново после вчерашнего. Я не знаю, что это было. Отравилась, устала или еще что-то. В общем, меня тошнит. Мне плохо. Но я иду. Потому что движение — это жизнь. Входящая в перспективу. Да. Да? Да. Да. Я, короче, третий день ничего не снимаю. Потому что нечего снимать, одно и то же. Ну, как-то да. Как-то да. Можно нас снимать? Нет, нас я снимаю в сторис. Фу. Что-то мы кое-как дошли до городка, еще вот не дошли к Кальдесуэрес. Блин, церковь на фоне вот этого завода. Это фигня какая-то. Я хотела там остановиться перед Падроном, но это плохая идея. До Падрона идти всего 4 километра, а тут вообще даже непонятно, что за завод. На камине бывает даже вот так. Приходят пилигримы, замерзли в дупель. А местные даже чайку не предложат. Ресторан же. Ресторан, да. It is enough for me today. I go today. From? I sing, yeah. The name. Cala de Reis, before 2 kilometers of, before Cala de Reis. Mm-hmm. That is enough for me. Yes. Yes. Really, no? Ребятушки, пришли мы в Падрон под дождичку. Наш альберг где-то там. Центр города. Ну, красив, да, но не в дождь. Да альберг, это альберг. Русские люди не сдаются и пошли шариться под дождем. Подождем. Это город Падрон. Город моих любимых перцев.